Друзья, всем большой привет! Сегодня мы поговорим о среднеразмерном пикапе Ford Ranger, который был полностью переработан на 2024 модельный год, чтобы составить достойную конкуренцию для такого бестселлера, как Toyota Tacoma. Ведь уже очевидно, что сложно будет заставить покупателей обратить внимание на что-то другое, кроме совершенно новой Tacoma. Однако в этом сегменте еще достаточно сильных соперников, которые также смогут создать некоторые проблемы для Ranger. Поэтому последнее обновление очень даже своевременное. Американские потребители всегда жаловались на салон и внешний вид прошлого Ranger. По их мнению, интерьер выглядел очень старым, а кузов пикапа имел тощий облик. Но в новом поколении все изменилось. Производитель утверждает, что в Ranger почти все новое. Но самое большое отличие заключается в том, что Ford увеличил колею и колесную базу по сравнению с предшественником, что придает ему заметно иные пропорции. Новинка теперь действительно выглядит более мужественно, даже в стандартной комплектации. На данный момент Ranger предлагается с тремя вариантами турбированных двигателей, в числе которых нет ни одного гибрида. Это довольно странно, потому что более крупный F-150 и меньший Maverick имеют гибридные модификации, которые оказались невероятно популярными. Однако поклонникам Ranger расстраиваться не стоит, ведь уже известно, что в следующем году под капотом Ranger также появится гибридная установка, в основе которой будет лежать 2,3-литровый EcoBoost, который работает вместе с электромотором и небольшим аккумулятором. Однако более точная информация будет доступна ближе к официальной премьере. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!